OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Як говориться, почувствуйте разницю. Вопрос: без стратегического планирования страна развиваться не может. Помните сталинские слова 31 года? Или мы за 10 лет пройдем отставание от ведущих держав, или нас сомнут. Вот сейчас задача высокотехнологического развития. Опять же, смотрим цифры. Кстати, что произошло? Прости, но я человек, который же вырос, ну, как многие, в эпоху борьбы с культом личности. Но вот когда началось СВО, ох, как я стал Сталина понимать. Ну, вы ох, прям, все правильно. Я не оправдываю ни репрессии, понимать. Ничего, но какие-то вещи я прям, ох, как стал по-другому понимать. Так вот, с точки зрения задач. Но я вот каждый раз, когда вот слышу от Запада, что Россия обязательно нападет на Польшу после того, как разберется с Украиной. Россия обязательно нападет на страну НАТО. У меня всегда вопрос, они реально идиоты? Они вот, когда такие вещи заявляют, они могут просто посчитать? Вот мы с Михаилом Михайловичем много об этом говорили. Но для того, чтобы куда-то напасть, ты должен просто... Сколько тебе стоит пройти вот эту территорию, моторесурс, сколько нужно ГСМа, сколько нужно наполнения войск на территории, на которую собираешься войти, какая нужна огневая мощь, какое у тебя будет выбытие личного состава, как ты должен его восполнять, как должен проводить ротацию. То есть они рассуждают, как люди, которые... Ну, ни одной книги не прочитали, имеющей отношение к военному искусству. Но когда все остальные говорят, да-да, действительно, хочешь спросить, вы что, идиоты? То есть, ну, они вообще хоть понимают, о чем они говорят? Мало того, ты взял территорию, а как ты будешь удерживать? Вот да. Яркий пример. Гигантская Америка с населением там, вежливо говоря, немалым, ничего не смогла сделать ни с Ираком, ни с Афганистаном. Просто не смогла заполнить эту территорию и ее контролировать. То есть, ну... Вот что у этих людей в голове? А у нас всего 150 миллионов, они нам говорят, давайте вы сейчас полмиллиарда под себя подомнете, и будет все здорово. Ага. Нет. Ну, как сказал Отто фон Бисмарк, политик обязан говорить правду, кроме трех случаев. Перед выборами, во время войны и после охоты. Многие западные политики сейчас находятся накануне выборов, во-первых. Во-вторых, вот все эти разговоры по поводу российского вторжения на территорию НАТО, это военная пропаганда в чистом виде. Они просто дурно образованы. А тут большой удар, да, ну, если по репутации... Да, рассчитано на какие-то, ну, конечно, я не знаю, придонные слои населения, которые поверят в этот бред. Господина Навального 25 декабря 2023 года направляют в исправительную колонию в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Колония эта называлась «Полярный волк». Время идет, и постепенно про господина Навального начинают подзабывать и сторонники, и противники. Ну, собственно, это и можно объяснить, потому что начинается специальная военная операция на Украине. Через несколько минут после произошедшего, Бог знает где, на севере страны России появляются, как под копирку написанные соболезнования и обвинения Путина, у меня возникает вопрос, а может, они были написаны заранее? А может, эта смерть была запрограммирована? А может... Просто Чичваркин по недомыслию раньше времени это озвучил, тем самым подставляя тех, кто выступил сразу после смерти Навального. Общается с лидерами цивилизованного мира. Посмотрите на ее улыбку. Посмотрите, как она выглядит. На макияж посмотрите. Посмотрите, как даже корни волос выкрашены. Почему? А почему оторвался Трамп? Как, ну, наверное, есть какие-то причины. Оказывается, есть. Вы помните, что после отравления как бы Навального он оказался в военном госпитале Шарите в Берлине, где его лечили и где ему сделали 4 или 5 прививок вакциной Pfizer. А теперь сравним это с тем, что обсуждается в мире относительно того, к чему может привести
вакцинирование этой вакциной. Исследователи доказали, что те, кто привился этой вакциной, среди них неприлично выросло количество людей, погибающих от оторвавшегося тромба. OMTV.UA про головне. Ты прекрасно понимаешь, что они победить Россию не могут. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы это сделать. Значит, там на болотах они настолько восхитились происходящим в Белгороде, что пришли к выводу, что Украине в этом году не победить. Нет, ярче будет звучать по-другому. Украине не победить. В этом году от этих правдивых слов порвало на куски Ольгу Скобееву. В прямом смысле этого слова. Я Путина остановлю сам, он как бы блефует, имея в виду вот этот весь... Follow the money, следите за деньгами. Вопрос, куда направляются деньги? Ну, то есть по бюджету. Нет, это говорит о том, что в этой избирательной кампании ему самое главное не проиграть. Украинское направление абсолютно точно, это важная часть как бы его электорат. На выигрыш он уже как бы и не рассчитывает. Ну, на выигрыш как бы в классическом понимании этого слова уже никто не рассчитывает. Давно Дима Абзалова не было в эфире на «Раша-1». Его дисквалифицировали, потому что он начал высказывать мысли, которые очень были похожи на то, что он начал крышить французскую булку на российских нацистов. Не рассчитывают на победу. Вы послушайте, он вроде как говорит об американцах, об украинцах. Нет, он говорит о России. Не будет никакой победы. Причем не только в этом году, ее не будет вообще. Никогда. Понятно, что границам 91 года, как бы с большой долей вероятности, в крайнем случае в этом году, судя по всему, заявлениям Пентагона, пока что возможности выйти нет. Ну, в смысле, вы что сказали сейчас? Границам 91-го года, во всяком случае, в этом году. Каким границам 91-го года? Мы-то планируем сами здесь победить? Я сказал, что Пентагон... К границам 91-го года. Вы не пугайте. Пентагон официально ставил в качестве задачи, которая, естественно, ставилась на этот год там, в рамках контрнаступа, конкретной цели. Не смогла называть. Пока что они с точки зрения бюджета не достигаются. Но в плане уничтожения Крымского моста у Пентагона есть. Американская пресса врать не будет. Тем более Владимир Путин, вот смотри, предыдущее видео, прямо сказал, куда надо херачить. Есть места на территории этого незаконного сооружения, куда, если попадешь, то все будет, как говорит Путин, в рамках международного права. Еще раз смотри предыдущее видео. Но Олю рвет. Олю рвет и колбасит от этих слов. Очевидно, колбасит не только ее, но и очень многих российских патриотов. Хотя Диму так долго отмазывали перед соответствующим управлением АП, чтобы его снова вернуть в эфиры, ну, чтобы шоу не превращались в унылое говно. После этих слов будет дисквалификация на длительный період. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.